21 апреля появилась информация о том, что Дональд Трамп готовит подписание указа, который приостановит иммиграцию в США. Что касается данной информации, то мое мнение следующее, что действительно такой указ готовится, и он будет в ближайшее время опубликован. Кого это коснется? Прежде всего, это коснется победителей лотереи Green Card, претендентов на рабочую визу и, возможно, в какой-то части претендентов на эмиграцию через воссоединение семьи. Другое дело, что ограничить воссоединяться с супругами и несовершеннолетними детьми – это будет явный перебор.